Первоклассник разбил голову, поскользнувшись на мокром крыльце школы. Работники образовательного учреждения оказали мальчику первую помощь и передали в руки медиков. Инцидент случился на территории филиала 15-й школы. После окончания уроков за ребенком пришла мать. По словам очевидцев, когда они вышли на улицу, мальчик то ли запнулся, то ли поскользнулся на мокром от дождя крыльце. Упал и рассек голову. Женщина поспешила вернуться в школу, чтобы промыть ребенку рану. На помощь 7-летнему пострадавшему поспешил классный руководитель. Я передала ребенка медику вместе с мамой. Сильное повреждение? Нет, не сильное. То есть я не врач, я не могу сказать, насколько оно сильно. После оказания первой помощи ребенку вызвали бригаду медиков. Мальчика увезли в больницу на обследование. Не исключено, что пострадавший мог получить сотрясение мозга. Безусловно, мы примем все меры, чтобы все-таки ребятишки бегали меньше. Но тем не менее, это дети. И остановить, чтобы они вообще не бегали и были бы старичками, ну, это невозможно. Сейчас директор школы планирует провести для детей внеплановый инструктаж по технике безопасности.